Да блин, опять старая заставка лезет. Да что ж ты будешь делать-то, а? Вот зараза. Давай по новой. Всем привет, это Гром. Приветствую всех зрителей и гостей канала. Я тут немножко рецептики готовлю. Потому что немножко занят делом. Надо наварить. Так, ну что, сегодня, в принципе, выпуск будет про то, что где найти лук, который блочный. На большой-большой урон, чтобы был у него. Потому что в хардинке, как бы, ну, прям таки скажем, не очень он, блин. Ерунда, конечно, полная. В хардинке максимально я выбивал, но где-то, может, на 500, может, блин. На 400 с чем-то. А так, в принципе, хорошего нету. Так, чё мы, блин, варим себе зелье, чтобы буст получить. А то без буста как бы в этой игре нельзя. Так, что у нас тут есть? Здрасте. Как ваши дела? У тебя кушать вообще нету, да? Это прям не есть хорошо. Ну ничего, сегодня будет миссия хорошая. Так, иди отсюда. Давай иди отсюда, говорю. Спасибо. Сегодня миссия будет замечательная. Рыбы там можно будет нарубить прям горы, потому что сегодня будет охота на базилозавра, и как бы там мяса прям будет куча. Так, ну тут ничего такого подходящего нету, да? А тут есть что-то? И тут тоже нету ничего. Ну ладно. Ладно. Блин, рыбы нету, короче, да? Один стейк, который мне нафиг не нужен. Что-то тут. На тебе. Все, иди отсюда гуляй. Так, что там, моя зелья доварилась. Блин, уже 5 штук. Сейчас шестое будет. Кстати, столько рогов я на севере нарубил. Как бы, блин, у носорогов жизни мало. А жемчуг, как бы я выдрен добыл. Тут ничего такого нету. Как бы у меня видео есть по выдре. Блин, что я на костер-то залез? Чуть не подох. Кошмар. Что-то даже не заметил, что тут, блин, костер горит. И я на него залез. Так, надо половину скинуть. Тут как бы мне слишком много не нужно. Какие-то цветочки, грибочки. Это лишний вес, который мне тоже не нужен. Каменный водопроводный кран, нафиг все это повыкидать туда. Мне тоже не нужно. Тик-тик-тик. Да, блин, нужно, конечно. Блин, конечно, капец какой-то. Собирал, конечно, кучу, блин. Вот этого меда зачем-то. И, в принципе, чтобы приручить эту охотину. И, в принципе-то, нужен был кекс, то есть, один. И все, больше не нужен был. Так, ну чё, блин, все вроде взяли такое. Акваланг я в хардинке достал. Ничего, не стал ничего крафтить, ничего такое. Попрём на остров хищников. Там как бы базик, как всегда, там лазит, блин. Вон то на острове травоядных бывает, то в районе острова хищников бывает. Как бы это такое животное, да, оно тут обитает. Ну, орёль. Да, тут дофига всякой штуки, конечно. Я частенько сюда летаю, чтобы качаться, прокачивать игрока, блин. То, что жидки здесь куча. И под буст, в принципе, можно сюда летать. Так, где там тут мой типа лагерь? Типа ботов. Угу.
Все комитеты отдадим. Этот комитет тоже, наверное, отдадим. То, что лишнее, оно нафиг не нужно никому. Это окопруем. Так. Тик-тик-тик. Ну что, надо переодеваться, наверное? Так, где она? Где моя штука? О, уклал. Ласты. И все нормально. Так, ну что, где мой мыч, кладенец? И поперли. Блин, что там акул будет, наверное, короче, как грази. И давай тут стой, да? И тут стоишь. Да что у меня магазин включается? Да что ты будешь делать? Да отвали ты от меня магазин, то уже не хочу я в этот магазин. Так, сожжем эту гадость. Сейчас там будет куча этих гадов, сейчас полезет, сейчас мегалодонов вот этих всяких, блин. Иди. Отвянь от меня. Блин, не люблю я плавать, конечно. Что игрока постоянно крутит во все стороны, блин. Как дурачок, блин. Ну давай, налетай, торопись. Покупай живопись. А что ты будешь делать? Я жизни сколько. Все, сейчас рубану. У меня урон как бы большой, да? Ну их не щеболочи. Такие щеболочи. Вы мне полжизни снесли. Копить. Ну, ты меня задолбала, да? Так, ты сдох, да? Еще один осталось. Где ты, сволочь? До свидания. Ну, нормально. Там то, что надо будет выбери. Так, надо залезть похилиться. Это так прям таки не очень привлекательно. Такой жизнью лысой. Пупси, как ваши дела? Вот я тебе рыбки принес. Кстати, вот эти заразы, они почему-то любят рыбу, блин. Что, не знаю, все почему-то. Вот. Ты прям жрёшь, да? Прям таки молодец. Даже если рексу засунуть или спинозавру, блин. Там на спинозавру, ну правда, пока у меня нету. Я потом попозже пойду за ним. Почему-то ему рыбу когда засовываешь, и мясо будет, даже будет пиросовка. Он будет есть именно рыбу, блин, а не мясо. Она может им нравиться. Не знаю. Как ты сволочь. 55-я зараза. Еще и манта. Кстати, манта нормальная штука, только, блин. Такая не очень она, блин. Жизни в ней мало. А так, в принципе, на первое такое приручение морское, ну, в принципе, нормально. Диазавр и манта. Это жизни, да, в ней мало. Это, даже три. Это прям весело. Все подохли, все молодцы. Это жизни мало, конечно. Блин, выносливость надо прокачать. Ну, в принципе, все плёхо. Блин, еще и тапочки мне взорвали, да? На банке я теперь босоногий. На пойти еще, наверное, идти мне вас взять. Побольше. Там, по-моему, трое у меня. Сколько у меня? Там трое. Или двое. А я не помню. Но там плавает рыбка. Рыбка там плавает, что-то там, куда-то там плывет по своим делам, рыбячим. Блин, так когда уже берег будет, это... Ну, травочка. Травочка зелененькая. Ну, все, уже... Я добег тебе рыбы засунуть. Смотри, хорошо, рыба. Давай, меня... Это мы одели, пожрали, все, побежали дальше. Рыбазика я уже видел, блин, но жизнь у меня прям, о, заспаумили, заразы. Ну ничего, потом доберусь до них. Так, за мной походу погоня, да? Нету игл, вроде нету игл. Ну бог с ним, пускай будет. Лучше там где-нибудь плавать. А нет, за мной погоня, я угадал. До свидания. Че, медузы передумали? Да, вот и так хорошо. Вон базилозавр. Кстати, не знаю, кто-то заводит, кто-то не заводит. Да, мне так нравится, но так не дадюка. Лучше мазозавра может быть только мазозавр большого уровня.
У базилозавра, не знаю, в чем прикол. Так. О, лук я получил, хорошо. А, блин, посмотреть на круг он ходит. Обычно где-то 700-800, вот так вот, 900 выпадает. Ничего, у него попасть не могу. Ага, не, ну. Вот что тут. Чё, даже нет. Блин, ну ты плаваешь уже прям как полено, ё-моё. Там лупит. Отвалите от меня. Ух, электробоги-воги. Сдохли. Так, ещё одна гуга осталась, да? Сдохла. Так, давайте зарубим. Да давай, плыви уже вниз. Ну. Так, что ж ты будешь делать, ты? Ты бревно, блин, плаваешь, а то. Все умеете, наконец. Блин, тут давно совесть не упала, да? Не, ого, нормально, почти штучка. Прям таки скажу. Неплохо. Так, а это задание у нас по этим, блин. По акулам заодно и выполнить его. Правда, сейчас замучаюсь их искать. Это будет прям долгая песня. Что поделать, надо их все равно искать. А то там потом другие задания не откроются. Надо уже это пройти. И как бы там потом будет голографическая такая штучка, ее можно будет как он называется? Эй, блин. Короче, маленькая такая штучка, куда вставляют обелиск, не обелиск, ерунда это. Пиндюрит туда этот артефакт, блин, и он будет светиться, там голограмма будет. Как бы додошку я уже прошел уже. Мамонта я уже шутый. Ух ты, яичку, нормально. Обалдеть, сколько первого сопки. Нефть. Люк прям такой хороший. Он мне сейчас пока не нужен. Тик-тик-тик-тик. Так, где же мне поискать уку? Сейчас сохранимся заодно. Да, как ваши дела? Ничего, все путем будет. Так, ну поперли дальше, блин. Что больше сик-сик-бигги-сик-гасить. Блин, жизнь что-то у меня не наполняется прям. Плёха. Плёха у меня наполняется. Так, что у меня тут? У вас-то есть у меня? Ну, у вас-то, в принципе, есть у меня. Так, ну, вас-то одевать и мотать. Ну, поперли. Блин, все, что-то. Что, моргает, ты чё? И где он? Вон манта вижу. Еще одну манту вижу. Да он вижу. А, это базилозавр. Да это даже базилозавр. Смотрите, что-то гадов не видать, блин, почему-то. Тут у меня голодон, да, нормальный. И что ты мне показываешь, где-то есть. Ну и чё? Ну, базилозавра я вижу. Зачем у меня второй-то? И чё, где этот мегалодон? Мегалодон, выходи, говорю. Ну, чё? Нет? И хотя забрик там он лазит. Чё-то ничего не пойму. Ещё один мегалодон. И чё, крокозявр? Чё-то крокозявра не хочу трогать вообще. Не желаю его трогать. Он может тебя закусать, у него рот прям таки хороший. Чё, даже на меня нифига внимания не обращайте, да? Фиг с вами, блин. Ооо, за то, кто на меня внимание обратил. Ну чё, и где оно есть-то? Ну, медуз я вижу, чё? А, о, ничего себе, вон она появилась. А чё ты, блин, показывал 100 метров, и чё? И вот это 100 метров, типа? Я думаю, прям такие поболя. Прям такие поболя. Так, еще вот рыбка. Рыбка. О, здравствуйте. А мы вас не ждали. Вот. Кстати, у них оглушение такое недодюжило, блин. Но зато здесь в воде есть один гад. Эврептит называется, по-моему. Такой рак, типа, блин. Вот, если он один раз гасанет тебя, то все, отрубишь его сразу. Он вроде, блин, урон у него маленький. Как бы он почти ничего не делает.
Ну, если один раз тебя шагнет, то все, отрубишься сразу. Так, еще одна. Это здесь хорошо. Давай, сохранение, как всегда, не вовремя. Так, надо шушуль похилиться. И набрать себе выносливости. О, где я оказался? Так, на тапки переодены. Так что-то как-то не очень хорошо так бегать в этих ластах. Так, пожрали, побежали. Побежали, побежали. Так, где тут мой хэст? Пупсик, ты где? Я тебя уже вижу. Блин, почему баллон желтый? Я вроде его не красил. Это что-то непонятно. Это так, игра, наверное, угадала. Так, полетели куда-нибудь. Кедрень Фени. На маленький остров. Да? Или куда попрём мы? Блин, я не знаю, наверное, на маленький остров, наверное, попрём. Так, что у нас тут? Рыбу нафиг кинуть? Эти всё-таки поскидывать? Дерево тебе тоже скинуть? Блин, что, здесь попробовать? Или не знаю уже. Или на маленьком острове что попробовать? Я прям таки не знаю. Так, жирное мясо загорел. То есть уже всё сожрал. Блин. Ладно, что тут нормальный, более-менее еще. Более-менее еще. Так, последний заплыв, посмотрим, блин. Конечно, на маленький остров надо мотануть. О, ничего себе, появился. Да ты зараза и моргал? Ты такой мелький, да? Я тебя сейчас один раз чукну и все, и ты помрешь. Медуза, медрузя, пошли нафиг от меня. Только не подсвечивают. Это что-то как-то... очень странно. Чё, нет тут больше? Или есть? И чё? И чё? И чё она моргает такой? Ну и чё, где она есть? Чё такое? Ничего нету, блин. Ничего не поймёшь. Ну и чё? Блин, хоть бы на это эвертида не нарваться нельзя. Это будет прям не очень привлекательно. Что-то нету ничего, одним медузой ползаем, да? Ну, давайте. Давайте, я вас жду, чтобы будет CDI, да? Как всегда. Бру-бру-бру. Все. Все счастливы, все подохли, все счастливы. Так, что-то нифига не видать его. О, он нарисовался, ничего себе. Или это дохлый? Это дохлый. Тю, ты такой дохлый. Кошмар. Я-то думал, ты живой, а ты дохлый. Блин, ну тут, короче, ничего, да? Блин, почему так дно прогружать? По-дурацки, я не пойму. Что-то там трава есть, тут нет, что-то, ничего. Знаешь, с этой игрой что-то происходит. Ихтиозавр. И чё, моргает? Чё это? И чё? Где? Он тут где-то? Он под землёй, чё-то? Где? Да ихтиозавр, я вижу. И чё? И чё, он моргал, и всё? Чё? Где оно есть-то? Ну, вот ихтиозавр. Кстати, тут полно вокруг этих островов, прям куча, блин. Блин. Дурдом, короче, ромашка. Так, будем переобуваться. И пилим, короче, на синий остров. Это ерунда. Что тут одного тут нашелся, мне это больше еще надо. Прям кучу-кучу. Эти рыбки. Заводи, дрын-дрын-дрын, поперли. Так, что это такое? Урлы. Рекс там ходит, гуляет. Точно маленький вот тоже там, в принципе, и медуз куча, и этих зараз там куча. Странно, остров хищников почему-то нету там. Мегалодон, ну здрасте, что вы мне не мешали, я вас буду немножко убивать, можно? Хотя он получил по рыбу, что-то он передумал тоже, походу у меня лезть. О, орёл, 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 не орёл, орёл, не орёл, всё. 2-3. О, я уже вижу, вон там плавают мегалодоны.
Даже два он вижу. Только темно, нифига не видать, блин. Так, надо, короче, сделать мешок. Пошпать. Блин, кожи нету, да? Дай мне чуть-чуть кожи, да, будьте любезны. Спасибо. Спасибо, что вы мне не отказали. У меня дуже светится, заразы. Сделали мешок. Это можно поставить? Нет, нельзя. Это не есть хорошо. Это прям есть плохо. Придется тогда встать. Поставить мешок. И лечь бай-бай, да? Потому что темно и ничего не видать. Все, спокойной ночи. Ну вот уже все уже утро. Все уже нормально, все видно. Тогда мне тут еще верну, то у меня уже она закончилась. Вот там как бы буст идет. Де. Так, что там у нас? Блин, еще. Сколько их еще надо перебить-то, я помню. Ну давайте, налетайте. Вот я только шандрахнули. А все уже нету ничего. Вон два. Вижу два штуки. Там нефть. Так, Тимнахту. Ты у нас мелький. Мы тебя сейчас будем быстро убивать. Ну чё? Блин, крутится вот это вот. Хуже всего. Это тоже какой-то, да? Какая-то или какой-то есть, блин, так не научился. Ничего, на рыбу нападает. Оу, ты какая большая, 135-я. Может, ну его нафиг? Ты давай сюда поближе, куда подойдешь. А тут у меня сейчас жопа отгрызет, да? Опять стилозавр. Где туда? Ко мне не лезь, а то я тебя зарублю. Их, зараза, что там? Не понял. Че оно? Тилозаврик, позови эту заразу. Здрасте, я говорю уже. Эту заразу позови. Где она там есть? Нет ее? И я отсюда говорю. Медуза и акула. А что медуза там? Что на тебе? Я говорю, чич. Что он там передумал, что? Что за плавник такой? Это кто? Это ты меня пугаешь, да? Блин, то у вас тут прям куча. Так, вот она плавает. Я прям такая большая, блин. За него опыта дадут прям на мана. Чем больше уровень, тем больше опыта. Чё отплывёшь? Да ведь врву я отсюда горю. Акула, каракула, иди сюда, блин. Ладно, будем с тобой биться, убиваться. Давай, не лагай. Не надо, ля-ля. Сдох. Наконец-то. Чё, не дам я ему рыбу, отвалите. У меня есть один. Нет, всё, не дам. Кстати, больше одного актизавра лучше не заводите. Если будет два или три, стопудово второй и третий умрет. А будете плавать под него. Его просто возьмут и убьют. Так, что там моргает тут, да? Ну, сейчас посмотрим, что тут есть. Кто-то тут есть, да? Кто-то тут прячется. Кто-то тут прячется за скалами, как всегда. Чё ты мне назад показываешь? Типа он там есть, да? Это ж опять какая-то невидимка. Где он есть? Ничего. Чё? Всё? Он даже не моргает ничего. Every птиц? Нет. Нету тут никого. Или где он? Блин. Чё-то ничего не было. Ну и чё, моргает он, ну? Дальше чё? Блин, постоянно с этим, да, с этими акулами какая-то проблема, как с гигантозаврами. Пока найдешь его, это кошмар, это целый год пройдет. Так, что тут, блин, тут прям мылка. Что тут, нету никого. О, здрасте. А это что такое? Понял. Что-то летает кто-то. Манта.
Что там, дохла, самоубийца. Белогорниц и мант. Ну да, весело, сдохни. Это сейчас транквилизатором застрелит. Какой ужас. Сумасшедший арк. Манта взяла и сделала операция камикадзе. Блин, тут такая армия прикольная. Так, что тут делать? Где-то она тут, тут моргала, еще. Не поймешь. О, ничего себе, мне даже уровень дали. Вот это здорово. Так что чуть качаем себе такое жука. Естественно, урона. Потому что в данже, блин, если оружие кончится. И... О, что, опять? Яичко, класс. Прям хорошо. Надо рыбу и яичко свое забирать. Пригодится. Так, влетели обратно. Это я просто не пойму. Нарубить-то не поймешь. Рейк там ходит, гуляет. Сейчас показываю, блин, и все. Это все. Расстояние показывает мне, блин. Ладно, короче, надо будет их искать. Это долгая история. Нашел этих за раз, короче, блин. Это было прям долго, прям до ночи. Пару раз меня вырубили. Он уже все, получил эту ерунду. Теперь уже, блин, что мне квалант нужен будет, только уже на другое испытание. Который вот этот подъем называется. Ну, это будет уже, в принципе, в следующей серии. Как бы все, блин, сегодня уже закончили. Лук вы теперь знаете, где вы с большим уроном достать. И, кстати, вот это задание, которое сейчас я взял, это брехня. Это с точностью наоборот. Ну, короче говоря, в следующей серии увидите все. Ну, что. Всем удачи, всем пока-пока. Подписывайтесь, пишите комментарии. Все. До скорого. А фамилия моя слишком известная, чтобы я ее называл.